Когда может пригодиться команда «лежать»? Лежать – хорошее замещающее поведение, если ваша собака выскакивает за дверь или прыгает на гостей. Лежащая собака меньше лает. Кроме того, лежащая собака более расслабленная и спокойная. Первый шаг в обучении команде лежать – взять лакомство, заинтересовать собаку в том, что вы делаете, и медленно опустить к земле. Поощряйте каждый маленький успех. Повторите так 5-6 раз. И здесь есть небольшой секрет. Если давать собаке несколько лакомств, а не одно за выполнение команды, она останется в этом положении дольше. А вы на 80% уверены, что собака выполнит команду, переходите к шагу 3. Руки держите в нейтральной позиции. Команду давайте только с помощью слова. Посмотрите еще раз. Руки в нейтральной позиции. Скажите «лежать», собака выполнит команду. Если собака успешно легла по голосовой команде, добавьте новый сигнал рукой. Для этого произнесите команду и поднимите руку над головой. Собака скажет: «Такого я раньше не видела, но команду эту слышала, так что все-таки лягу». Смысл в том, чтобы научить собаку выполнять команду с большого расстояния. Собака видит, что вы подняли руку над головой за несколько метров. Вы подняли руку, собака легла. Начиная обучать собаку новой команде, избегайте отвлекающих факторов, чтобы собака концентрировалась только на вас. Занимайтесь поэтапно, не спешите, продвигайтесь вперед с той скоростью, с которой справляется собака, и не делайте занятия длинным. 30 секунд, минута, обучение пойдет быстрее, будет лучше для вас и для вашей собаки. Если собака с трудом осваивает команду лежать, вспомните игру 45 секунд. Это значит, произнеся команду, вы даете собаке до 45 секунд на ее выполнение. Не мешаете ей подумать. Вы можете увидеть, что собака облизывает губы, смотрит по сторонам, мигает, а потом ложится. Игра 45 секунд означает, что вы даете собаке время подумать. Если вы хотите, чтобы собака ложилась почаще, вспомните игру «Магнит». В течение дня, когда вы видите, что собака легла, поощрите это действие, и она будет выполнять его все чаще и чаще.